не шикава, сильнейший нападающий, но даже он требует сноровки и некоторых знаний. Кто он такой, я разбирал в прошлом видео. Ну а теперь к сути видео. Самой распространенной проблемой при игре на нем является электрическая подача валв. Чтобы избежать такого, нужно, как в случае с чекеном, просто выключить режим новичка в настройках. Еще при игре на этой электрической сковороде посоветую выбить пасующего со стилем выше и выше. Он лучше всего подходит для Нишикавы, ведь электрический удар срабатывает только на высоте 4 метров. Пока ты зарядишь его прыжок, мяч от связок с другим стилем уже опустится ниже 4. На 100 подписчиков разыграю Steam-версию игры.